Российские железные дороги объяснили, в чем они обвиняют компанию Apple. Перевозчик подал иск в арбитражный суд Москвы на 2 миллиона рублей. РЖД уверяет, что американская компания нарушила их исключительное право на товарный знак. По словам железнодорожников, он появился на значке одного из приложений в онлайн-магазине Apple. Стоит отметить, что за право пользования своим товарным знаком по лицензионному договору в РЖД просят 1 миллион рублей. Эксперты, однако, полагают, что российские железные дороги обратились не по адресу. Они говорят о том, что в онлайн-магазине есть несколько приложений, использующих логотип РЖД. При этом ни одно из них не разработано самой Apple. А то, о котором говорят железнодорожники, появилось в продаже больше года назад. Дата рассмотрения иска пока не назначена.